Есть такой напиток Coca-Cola или Pepsi-Cola, неважно, энергетический напиток, грубо говоря, в легкой форме. Почему он такой популярностью пользуется? Потому что он действительно стимулирует у человека выброс энергии. Человек выпил эту стакан этой, ну это даже не напиток, это смеси определенной. И у него поднялась энергия, то есть ему хорошо до некоторой степени. Или потом пошли еще дальше, начали производить энергетические напитки с большим количеством содержанием, там, как говорят, кофеина, таурина, подсластителей, ароматизаторов. И в конечном итоге много примеров, когда люди, перепивая эти энергетики, просто умирали. А, кстати, недавно прочитал, оказывается, есть статья в интернет, где описывается, не знаю, насколько это верно, неверно, но, скорее всего, в этом что-то есть. Потому что я читал две разные точки зрения, но в этой статье конкретно описывается, что Pepsi-Cola использовала в улучшителях вкуса, даже не знаю, как это сказать, продукты абортариев. То есть из детей нерожденных вытягивали определенные компоненты, и добавляли в напиток, конечно, в очень маленьких дозах, но из-за этого качество вкуса получалось у этого напитка сильнее. И на Западе был большой скандал, и в конечном итоге начали выходить уже статьи, что якобы, нет, там улучшители вкуса вытягиваются не из-за абортированных младенцев, а из каких-то там жуков там Южной Америки. Вытягивают, добавляют, вот очень вкус, так сказать, увеличивается. Не слышали такого? Не читали? Слышали?